С самого детства мне твердили, что я особенный. Что я наделен великой силой. Я отправился в святилище Ишари, чтобы учиться у мастеров. Но оказалось, что правда страшит их. Они ничему не могли меня научить. Но из древних манускриптов, хранящих в себе пророчество, я узнал о будущем. И о том, какую роль я могу сыграть. Когда небеса озарились светом падающей звезды, я понял, мой час настал. Я отправляюсь на запад, в Тристрам, чтобы остановить тьму, которая придет вслед за звездой, и исполнить предначертанное. Это место пахнет смертью. Значит, упавшая звезда где-то рядом. Пришел сюда в поисках упавшей звезды. В пророчестве было сказано, что это моя судьба. Звезда упала на старый собор. Выжил только один человек, Лия. Тебе лучше поговорить с ней. Капитан! Еще мертвецы! Мы не сможем открыть ворота, пока не отбросим их! Отлично! Даже это кончится! Никогда не видел, чтобы кто-нибудь так сражался. Открыть ворота! Лию ты найдешь в таверне закланный теленок. Закарумиты навлекли на себя позор. Ты и есть Лия? Рамфорд сказал, ты выжила после падения звезды. Это правда. Но при катастрофе пострадал дядя Декарт. Взрывом его отбросило на нижние уровни собора. Я пыталась найти его, но мертвецы уже начали оживать. Тогда я вернулась в город, чтобы собрать ополченцев, но... Осторожно! Они превращают! То-то мое дело загнивает! Если ничего не предпринять, мертвецы убьют нас всех. Этого я не допущу. Твой город под надежной защитой. Спасибо. Поговори с капитаном Рамфордом у городских ворот. Он скажет, чем ты можешь помочь. Из города вышли 16 ополченцев. Как я могу помочь тебе в борьбе с мертвецами? Я восхищаюсь твоей храбростью, но... Эти твари убили капитана Далтина и ополченцев. Только мне удалось спастись. Спасибо за предупреждение. Но сегодня смерть мне не грозит. Ну что ж, я видел тебя в бою. Убей проклятых матерей и их королеву. Это они порождают эти кошмары. Они лезут на баррикады! Проклятых матерей! В руинах дальше по дороге их намного больше. Я, Декарт Каин, много лет провел в путешествиях. Повидал и изучил множество самых невероятных существ. Тем не менее, проклятые матери стали для меня огромным потрясением. Это бывшие служанки королевы Асилы, которые были убиты, а затем воскрешены с помощью чудовищной магии. Теперь они поедают трупы, а затем изрыгают останки, порождая нежить.
Видели бы меня сейчас мои наставники. Во всяком случае, на время.
воскресе. Когда-то сам Диабло осквернил меня своим присутствием. Тварь должна убить! Спасибо за помощь. Может быть, поговоришь с Лией? Она все рвется идти спасать своего дядю. Она молодец. Я ей помогу. Я чувствую в себе новую силу. Я помогу тебе найти дядю. Сначала мы должны открыть ворота собора. Стражи заперли их еще до того, как попали в засаду. Рамфорд сказал мне, что им удалось добраться до хижины Адрии. Должно быть, ключ все еще там. Вот, сегодня у меня есть для тебя кое-что особенное. Сюда. Я открою ворота. Адрия – моя мать, но мне мало что про нее известно. Она умерла, когда я была совсем маленькой. Меня воспитал дядя Дикар. А кто твой отец? Мне сказали, он был великим воином. Он исчез, когда Тристрам пал под натиском демонов. Спускайся за мной. Похоже, ты не все знаешь о своей матери. Поговаривали, что она была ведьмой. Но я никогда не верила слухам. Мама. Меня обеспокоило то, что я успела в нем прочесть. Я должна больше узнать о ней, но это может подождать. Сначала мы должны спасти дядю Дикарда. Я обыщу собор. А ты останься здесь и постарайся узнать побольше. Спасибо тебе. Ура.
вечером ко мне приходил Айден. Тяжкие думы одолевали его. Я утешила его, как умела. Но куда бы он ни шел, ад всегда будет следовать за ним. Над Тристрамом снова сгущается тень. Но как и Айден, я потеряю. Этому тоже не повезло. Так вот он какой, Тристрамский собор. Звезда упала где-то здесь. Мое имя Лахданан, и на мне лежит проклятие. Когда-то я был капитаном армии короля Леорика. Верой и правдой служил я своему монарху и родине. Никто не был предан королю так, как я. Даже в тот миг, когда я пронзил его черное, порабощенное злом сердце. Энергии слишком мало. Вас ничто не спасет.
хватает энергии. Еще могущественнее. Прислужники зла! Не подходите! Прочь! Только вы пол выдержу! Спасибо тебе. Но зачем ты рисковал ради меня? Ты жив. Судьба к тебе благосклонна. Пошли, я отведу тебя к Лии. Ох, как я рад, что с Лией все в порядке. Я боялся худшего. Я нашел этот проход на старых картах, случайно попавших мне в руки. Нам нужно вернуться в Тристрам и поговорить об упавшей звезде. Я выполнил обещание, данное Лии, и спас ее дядю, Декарда Кайна. Теперь только король-скелет стоит на моем пути к упавшей звезде. Зря он вернулся в мир живых.